Здравствуйте, вы на канале «На семи струнах Орфея», и хочу посмотреть сегодня, что вас вдохновит в ближайшее время. Что вас вдохновит? Смотрим. Так, вдохновят вас достаток, деньги придут к вам, ура! Так, для меня это тоже хорошо. Дальше. Или какой-то будет новый источник дохода. Какая-то, возможно, для того, чтобы заработать эти деньги, вы будете использовать свою хитрость. Либо, если вы будете с кем-то сотрудничать на новой работе, то проявите как бдительность, чтобы не попасть на уловки вашего или конкурента, или партнера. Вас вдохновит какая-то прогулка, это может быть прогулка к морю или просто прогулка в парк. В общем, вдохновит вас вот такой вот источник, где будет зелень, где будут расти цветы. Красота вас такая вдохновит. Что еще? И также вас вдохновит какой-то мужчина, который проявит силу по отношению к вам. Ну, либо также вы можете проявить какую-то силу и будете даже не ожидать этого от самой себя, самого себя. И это вас тоже будете гордиться собой. И вас вдохновят какие-то две новости. Также... Может быть, осознаете свою мудрость и обрадуетесь этому, и это вас также вдохновит. Может быть, что-то будете читать, какие-то мудрые высказывания. Смотрим здесь. Что вдохновит? Что вдохновит? Так... Вас вдохновит то, что пока что еще, ну, это еще не стало явным, пока что еще это скрыто от вас, но, возможно, на следующее, как полнолуние, это откроется. Какая-то тайна, может быть, откроется. И это вас вдохновит. Так. И какой-то мужчина вас вдохновит, который еще не совсем, может быть, себя проявил, как с финансовой стороны еще не совсем стабилен, например, на данный момент, но чуть-чуть попозже это все изменится. И иди сюда. И сейчас посмотрим любовный оракул. Здесь совет от любовного оракула. Так. Жизнь — это череда постоянно как меняющихся циклов. Когда мы настаиваем на изменениях, противостоим натуральному потоку, жизненному потоку. И создаем ненужный стресс. Поэтому идите за потоком, и вы будете удивлены, к чему... плывите за потоком, вы будете удивлены, к чему он вас приведет. Не надо идти против течения. Вот такая вот карта красивая. Дерево, рот, сердце, любовь. Вот такие подсказочки для вас. Что-то вы, я думаю, уловите. До новых встреч, друзья. Пока-пока.